подруге. Как у вас дела? Всем мир. Ну а как дела? Шилов красавчик. О, что вы прогнал за видео? Расскажите. Старое или новое какое-то вышло? Да, друзья, чтобы не быть новым говном, приначал кардио. О, мое видео с Водяновым. Надо поглядеть. Ну как там, нормально? Смотреть можно? Когда это он успел замонтировать? Да я что-то опух на самом деле от этого кардио сегодня. Если бы там была телочка. Хочу скинуть до сотки точно. Все мокрое. Мокрые пальцы, друзья. Короче, решил выйти с вами, а то давно не выходил. Потрещать. Пока не взвешивался. Пока не взвешивался, сегодня так нормально похреначил по кардио. Водянов огромный, я тоже. Давно просто не говорил, наверное, поэтому и голос такой. Нормально, пульс 140. Не, можно и поговорить. А вы что там, унылые говнюки? Жрете, наверное. Жрете и жреете. Скоро лет. А вы все еще жирные. И такими же и останетесь. А я нет. Я жирным быть не хочу. Так что давайте, поднажмите, друзья, а то будете жирными, да еще и дохлыми. Жир это, сука, противный, очень мерзко. А жрать так, хочется так жрать. Вон, ребятам тоже хочется жрать. Видно там? Не видно. Там какие-то терки в Африке. У всех свои проблемы. У вас то, что банка дохлая. А у кого-то, что риса килограмм на неделю. Всего. И жить негде. И родители умерли. Вот это прикол, да? Такой черный. Так что, друзья, как правило, ваши проблемы это насрано. Нормальные проблемы это со здоровьем и с родственниками. Все остальное это хуйня. Ой, ну давайте 7 минуточек на вопросы и поеду наматывать круги вокруг озера на велике. Алкоголь не пью, не курю, так что
Сегодня кардио вышло часа 4. Ха-ха-ха. 4 часа. А? Это тебе не в носу пальцем ковыряться. Это 4 часа кардио. Здорово, друзья, здорово. Тренирую по скайпу. И не парюсь. Привет, Чикаго. Наверное, летом 17 году поеду в Америку. Перейдем как-нибудь, как приеду в Питер. И Алёнь, привет. Сто 187 сантиметров мой рост. 100 метров, сука, прекрасен. Я бы такой хотел домой. Вот такой. Надеюсь, ты не дохлый. А то если ты дохлый, то ты как большая вешалка. Соки парни должны быть накачанными. Хотя бы немного. Тогда они смотрятся круто. Че смотрел? Подписан. 180 нормально. Так что не парься. Готовлюсь просто подсушиться. Готовлюсь уделать Вали Яценко. Кто это такой? Качать мозги. Валик. Наверное, смотрел. Какие-то появились там новые обсиратели. А, да, видел. Так себе. Много негатива. Безобоснованного. Обиженный какой-то. Ладно, друзья, всем мир. Поехал, короче, кататься и слушать музыку. А вы хреначьте, то останетесь жирными. Все будут показывать на вас пальцами летом, в том числе я. Так что давай. Это не поможет тебе склеить телочку. Твои жирные бока. Всем мир.